Здорово, это Плетуха Братуха. Всем привет, меня зовут Богдан. Всем привет, меня зовут Алмаз. Играю под ником XiPower. Играю под ником Алмазер. Мы сейчас в отеле Radisson Blu, завтра едем на мажор пулить в контру. Вообще, играл, наверное, на многих ланах обычных, нон-про. Ну, это 4-й лан-турнир мой по счету, международный. А не международный, 10-й. Не сказать, что было их много, и не сказать, что их было мало. Ну, в среднем там, может, штук 20 было. Ну, международных, наверное, 5. Лан 4-5. Первый, наверное, профессиональный турнир это был ESF в Джакарте. Я играл в команде Five Racks. Первый мой лан был в году 2015-14. Это был минор в Лондоне. Но это для меня был первый европейский лан, поэтому он был реально крутой. На самом деле нам было очень комфортно. Как все ребята говорили, и в принципе по своим ощущениям это был один из лучших миноров. Была такая домашняя атмосфера, и все с кайфом сидели, настроились. Ну, мы предполагали, что нам дадут отпор посильнее, но, увы, наш геймстайл никто не законтрил. Я стараюсь не отвлекаться на внешние факторы, поэтому мне все равно. Мне нравится, когда есть люди. Да, мне в принципе все равно, это не играет очень важную роль. Но в принципе зрители могут давать какой-то буст по морали. Ну, в принципе, держать здоровый образ жизни, то есть ложиться вовремя. Достаточно просто соблюдать распорядок дня, и все, и больше ничего от этого не нужно. Иногда поигрывать просто в КС. Не переигрывать много и мало не играть, чтобы все в меру было. Мы играли в финальную группу за выход в Нью-Йорк. Карта была оверпас, я занял зиг, а фейскряк шел сверху подвала. Дверь была открыта, я стоял в нычке. А у фейскряка он на карту не смотрит, только W нажимает. И в итоге видит модельку и начинает в нее стрелять. А это был я. И я как заорал, фейскряк, ну ты че вообще? Ну не знаю, есть история, когда мы опоздали на матч в Копенгагене на свой первый. Мы просто легли где-то в 3-4 утра. Была информация, что игра у нас будет в 11. А в итоге я что-то раньше всех проснулся и просто смотрю на халтовой игра. Она стоит типа в 9. Я уже пишу, типа, пацаны, что за фигня, почему мы еще не там? А время 8, а нам в 9 играть. И, в принципе, пока встали, пока все оделись, пока дошли, мы пешком дошли до этого места. Мы пришли за сколько там, за 10 минут, и все. И мы не успели просто на первую карту, нам поставили сразу ТП. А на второй мы просто в упорной борьбе проиграли. Не сказать, что обидно было, но это дало некий буст, потом злость. Это было в году 2015, мы играли составом Хейка, Мосс, Хейзинг, я Алмазер. Нас забанило на турнирах от StarLadder пожизненно. И на всех турнирах отваливает из-за того, что у нас был человек в команде с Вагбаном. Вагбан — это блокировка аккаунта за использование читов. На самом деле Вагбан — это было не его. Ну и вот, мы прошли в закрытые квалификации к минору. Там попросили наши паспорта, мы скинули. И поняли, что у него Вагбан есть, короче. Потом нас забанило всех пожизненно, началась машина там в СНГ-комьюнити. Много кто репостил, там Сеня, Зевс. И мы после этого написали StarLadder. И нам сняли, ну, снизили бан на год один на всех турнирах. И потом первый минор, на который я прошел, оказался от StarLadder. Сколько я там не пробовал, сколько не было закрытых. И я его и выиграл. Мы гуляли по Берлину. Нас было трое, я, Андрей и Толя. И я резко захотел мороженого. В итоге у нас не было налички, мы пришли покупать его, купили, я начал его есть. Потом она, продавщица говорит, что нужен кэш, типа real кэш. Мы такие, у нас нет, он такая, типа... Потом я стою, ем, довольный, 10 минут, 20, 15. У меня ребята уже, ну, типа, ходят по Берлину, там, ищут банкоматы, где бы снять. В итоге они какого-то находят берлинца или русского, не помню. И просто он им дает 2 евро эти, они отдают мне, и все, и мы уходим. Хотя я уже стоял 20 минут, она уже говорит, да иди уже, иди, пофигу, типа, дайте 2 евро. С Литом мы играли несколько раз. Первый раз я помню то, что мы их выиграли. Там 16-3 или 16-4, там, на следующий турнир я приехал, выиграл его. Я его позвал в Фарзы, то есть знал, что он хорошо играет. Мы начали играть вместе, и все. Пообщались. Ну, короче, мы как-то зачилили по кайфу, вот. И поняли, что с кайфом, короче. И все пошло так, поехало по маслу. Тем, кто никогда не был на лане, я желаю съездить на него, попробовать поиграть, если есть такая возможность в своем городе, попробовать, что это на самом деле, почувствовать эту атмосферу ланов. Я пожелал бы им в первую очередь не волноваться никогда, типа, играйте так, как вы играете дома. В принципе, можете попробовать, как я попробовал первый раз. Мне понравилось. Я играл с рейтами 64-ми на 60 герцах, хотя можно было 44. Не пытайтесь выдумать, что там какие-то сверхлюди против вас, или это какой-то сверху очень важный турнир. Играйте так, как вы играете дома, играйте так, как против вас, как будут играть 4 бота. Первые ощущения очень незабываемые. Я до сих пор их помню.
Покупайте наши стикеры, болейте, поддерживайте нас в Берлине, подписывайтесь на наши соцсети. Всем удачи, всем пока. We'll be right back.